Добрый день, друзья! Вроде с постановкой пальцев мы разобрались, двигаемся дальше. Как мы держим свисток? Я понимаю, что это может быть элементарно, просто и понятно, но я должна об этом сказать. Вот у нас свисток, нижняя губа у нас ложится снизу, верхняя сверху. В свистке у нас есть канал, через него поступает воздух, рассекается об острый край, да, в этом окошечке, и появляется звук. И этот канал, он не должен быть чем-то перекрыт языком, зубами, губами. И маленькое задание. Просто подули в свисток. Увидимся в следующем уроке.